Добрый день всем. У нас замечательные участники, и у нас замечательный модератор. И несколько слов введения. Слово имеет значение. И есть слова, в которых есть очень много эмоций, которые имеют большое значение. И такой случай со словом «суверенность» – это не только связано с гордостью, это не только связано с стремлениями нации, но это вообще основа международной системы. Это связано с идеей равенства, с идеей равенства всех стран. Мы тоже знаем, что этот термин независимость, суверенитет может вызывать различные эмоции. И иногда тоже различное понимание суверенитета провоцирует войны. Мы в той ситуации, когда глобальная межграничная натура интернета стоит напротив задач, которые связаны с тем, вызовами атомов. И суверенитет важен, это понятие важно не только для стран, как акторов, но тоже для предпринимателей, для академиков, для международных организаций. Мы проводили опросы в последнее время, и мы проводили этот опрос в прошлом году. 95% респондентов сказали, что они ожидают, что в ближайшее время будут расти различные трения. И национальность будет развиваться. И они считали, что сотрудничество все будет больше на международном уровне. И в этом контексте экспрессия, выражение университета, цифровой суверенитет будет все популярнее. Этот вопрос киберсуверенности, киберсуверенитета будет все больше, более популярным термином. Сегодня у нас недостаточно понимания, что это значит. У нас нет нужного определения. В этих терминах есть сильная, есть сила, есть мощь. И нужно их хорошо понимать. Нужно понимать, как мы ими пользуемся. Поэтому мы организовали эту панель, и мы хотели задать вопрос: киберсуверенитет – это решение или проблема? Можно себе представить, конечно, наша дискуссия не сможет решить всех задач, но наша цель, цель нашей встречи – лучше понимать, насколько сложно является содержание этого термина. Мы хотим тоже понять позицию
различных акторов, которые участвуют в этом процессе. Ведь у нас есть общая проблема, проблема, которая касается нас всех. Как создавать, как внедрять правила, которые регулируют функционирование интернета, и какую роль играют предприятия, страны, международное сообщество, гражданское общество, какая у них всех роль. В нашей дискуссии будут три части. Мы поговорим о суверенитете данных, мы потом поговорим о фрагментации содержания, мы поговорим о доверии, и потом мы тоже поговорим о взаимозависимости между политикой и доверием. У нас 90 минут, чтобы коснуться всех этих вопросов. С нами замечательные участники, замечательные эксперты. Я смотрю на список наших экспертов, и я понимаю, что у них огромные знания, что они представляют огромные знания, огромный ноу-хау. И вместо нескольких вопросов, чтобы их задавать вслух, пожалуйста, пишите свои вопросы тоже в чат, пишите свои комментарии в чат, пишите то, что для вас важно в этом вопросе. Пожалуйста, тоже уважайте друг друга, потому что наша цель не состоит в том, чтобы бороться друг с другом, чтобы проводить здесь какую-то борьбу, а мы хотим лучше друг друга понимать. Я во время нашего разговора я буду обращать внимание на чат, я потом тоже подключу некоторые идеи в чат в наш отчет. Я буду проводить так, что мониторинг не только нашей встречи, но и мониторинг чата. Буду читать вопросы и буду их подключать под нашу встречу. А сейчас давайте перейдем к конкретному контенту нашего заседания. Я в самом начале хочу еще затронуть два вопроса. Хочу вам прочитать два вопроса, а вы потом будете на них отвечать. Первый вопрос очень, очень простой, и он связан с заглавием нашего заседания. Это проблема или решение? Цифровой суверенитет. Это проблема или это решение? Как вы считаете, это часть проблемы, это часть проблемы и решения, или это часть решения, или это не проблема, а решение? И второй вопрос. Значение суверенитета данных ясен, понятен для всех. Значение суверенитета данных понятно, ясно для всех. Вы согласны или нет? Согласны? Пожалуйста, выражайте свое мнение. У вас минута-две, чтобы заполнить этот опросник, чтобы ответить на вопрос. Пожалуйста, задумайте и ответьте. Мы просто хотим ориентироваться в ситуации. Мы хотим понимать, какие ваши убеждения насчет этого термина. Мы хотим понять, какие ваши установки, какую позицию вы занимаете по отношению к цифровому суверенитету. Я оставлю эти вопросы на экране, чтобы вы их видели. Они здесь повисят еще минуту. Я думаю, интересно было бы посмотреть результаты этих вопросов. Ведь тема непроста, это сложная тема, и я хочу понять, какая наша исходная точка. Может, техническая служба сможет меня поддержать, помочь мне показать результаты нашего опроса, пожалуйста. Мы закроем это окошко для голосования. Почти 70% участников уже ответило. Когда 70% ответят, мы уже закроем этот опрос. Я еще раз призываю вас пользоваться чатом, здороваться друг с другом. Если бы мы все были в Польше, мы бы могли увидеться, но так часто это невозможно, поэтому, пожалуйста, здоровайтесь, общайтесь на чате, пишите вопросы в комментариях. И
Итак, мы закончили за голосование, и я хочу показать результат. Пожалуйста. Хорошо, мне кажется, что сейчас достаточно сильно оно прозвучало, и кто из вас считает, что ожидали? Цифровой суверенитет является и частью проблемы, так и частью также решения. Также есть какой-то диапазон между этими понятиями. Так что это нехорошо прогнозируем, если говорим об этих понятиях. А если говорим об ответе на второй вопрос, и в связи с какой точки зрения и позиции мы это смотрим? Термин непонятен, что стоит еще в этом понятии, об этом термине поговорить. И теперь я перейду к первой части нашей дискуссии. Это очень естественный переход, переход с последнего вопроса к дискуссии, потому что мы будем говорить про суверенитет данных. И здесь есть сильное напряжение, что касается суверенитета и свободного передвижения данных. Начнем с представителя немецкого Министерства экономики и энергетики. Я так понимаю, что Германия делает ставку и на одну, и на вторую тему. И Еврокомиссия тоже много говорит про цифровой суверенитет. Я понимаю, что Германия не смотрит на что вы хотите объединить суверенитет как проблему и как решение, что вы здесь смотрите в двух направлениях. Большое спасибо, Бертрон. Добрый день всем. Прежде всего, я хотела бы поздравить. Я хотела бы поблагодарить и поздравить Бертранда, а также Дженнифер за организацию этой сессии. И также большое количество участников, свыше 100 человек, то есть почти столько же, сколько и вчера также принимал участие в нашей инаугурационной сессии. Это показывает, как важным является этот вопрос. Когда мы проводили голосование, мы задумывались над тем, является ли эта концепция ясной или нет. И тогда я вспомнила, что когда я был молод, тогда еще мир был поделен на два блока. Мир был разделен на два блока. Были те, которые боролись за свободу в той или в другой стране. И те, кто боролся за свободу, это для противников, они были террористами. И мне кажется, что касается суверенитета, ситуация нечто похожа. По сути, все зависит здесь от точки зрения, от того, как вы определяете это явление. Это то, что нужно защищать, или это то, что нам угрожает, что угрожает всему интернету. Это узкое пространство, в котором мы в Германии и вообще вот в мире, в котором мы находимся, оно выглядит именно так. Мы решительно хотим, чтобы у нас была возможность определять самих себя, что касается цифрового экономического пространства. Мы этого хотим не только как страна, этого хотят наши предприятия, этого хотят наши исследовательские институты, этого хочет гражданское общество. Мы хотим, желаем возможности контролировать наши собственные данные. Это также касается новых бизнес-моделей. Это естественная тенденция. Я думаю, она естественна для всех. В общем, в Европе мы находимся в пространстве свободной торговли, свободного передвижения и свободного трансфера данных. И когда мы говорим про суверенитет, мы не говорим о протекционизме. Мы даже не хотим упоминать о самодостаточности. Мы хотим избегать
возникновение силосов, таких островов между большими регионами. И вопрос в том, как добиться такого положения дел с нашей точки зрения. Раз у нас есть такая цель, о которой я говорила, важно посмотреть в зеркало и подумать, окей, нам нужен соответствующий потенциал. Мы хотим добиться лидерства в этой дискуссии, в этих исследованиях. И здесь суть не в том, чтобы создавать границы, суть не в том, чтобы другие были беднее нас. И речь не о том, чтобы уничтожить сети, которые мы построили, а суть в том, чтобы все улучшить. Мы в Европе хотим действовать эффективнее, лучше, лучше до сих пор. Так что мы смотрим на нашу стратегию относительно данных, мы смотрим на наш человеческий потенциал. Мы смотрим, что есть в разных странах Европы. Мы проводим различные исследования. Мы пытаемся объединять существующие структуры и на этом фундаменте построить географическое облако, пространство данных, в котором общими усилиями мы сможем добиться лучшего. Я еще хочу отнестись к тому, о чем ты только что говорил. Ты говорил про проект, который вы проводите. Этот проект называется GAIA-X. Какое это место в консолидации данных? Это какое-то коммерческое пространство или это пространство содействия? Я так понимаю, что там будут происходить различные важные события, что касается этого проекта GAIA-X. Нет, суть здесь не в локализации данных, потому что это значило, что фирмы из всего мира, а не только европейские фирмы, могли бы принимать в этом участие. Нет, и мы имеем в виду использование ресурсов, которые в Европе, в исследовательских институтах, в научных предприятиях. Речь идет об использовании европейского потенциала. Мы хотим собрать данные, каждый что-то даст от себя, что-то ведет в эту базу, но у него будет возможность использовать всю эту базу данных, в которую попадают данные от других субъектов. Можно, конечно, на это посмотреть как на локализации. Такой проект должен следовать правилам защиты персональных данных и других правил. Так что в этом есть тоже аспект, связанный с регулированием персональных данных, но это мы не хотим создавать ничего замкнутого. Мы хотим задействовать такой центр управления, который поможет нам уже начать процесс сбора данных. Если я правильно вас понимаю, то вы хотите делиться данными. Речь идет о том, чтобы делиться данными. Конечно, при учете не играет тысячных ограничений, касающихся хранения данных. А очередной панелист, которого я хотела бы сейчас пригласить, это Пол Митчелл, который представляет компанию Microsoft, и, как вы наверняка знаете, был частью
всего того, что происходило, если говорим о локализации, а также данные, которые хранились в Ирландии. Тут я хотела бы задать фундаментальный вопрос. Локализация физическая, физическая локализация данных, то есть локализация этих данных имеет ли значение или должно это иметь значение? И можем ли всегда определять или в состоянии ли мы это определять? Ответ на этот вопрос звучит, да, может, вероятнее всего, и иногда. По крайней мере, так, мне кажется, что так это должно звучать, потому что действительность, касающаяся суверенности и данных суверенитета, и... Вернемся еще к этому вопросу с Ирландией, потому что действительность выглядит таким образом, что универсум цифровой сейчас, в настоящий момент, выглядит таким образом, что... То, что является самым важным, может подлежать обмену, но также можем этим не делиться. Если говорим, есть у меня какие-то исходные данные, и у тебя есть эти данные, можем одновременно пользоваться этими данными. Но если у меня есть какие-либо физические данные, например, или физический объект, например, дерево или что-либо другое, то я могу также этим пользоваться, но одновременно могу и не пользоваться. Поэтому оцифровка фундаментально поменяла способ, каким образом государство, но также и компании, такие как Microsoft, должны решать и принимать решения касательно того, что происходит в мире, и то, что касается данных, и то, что суверенитет. Мы должны помнить о том, что данные являются предметом определенных правил, регулировок. И когда нас попросили о раскрытии выявлений данных, которые находились вне США, так как это было в Ирландии, то это дело было решено и привело к возникновению нормативного акта, который также регулируется и также доступен в облаке. И этот правовой акт определяет возможности, но также и обязанности компаний, которые располагают данными в США, если говорим о выявлении этих данных, то есть могут потребовать или органы уголовного преследования, или другие органы правосудия. Но мне кажется, что смысл этого всего заключается в том, что мы сейчас находимся совершенно в новой ситуации. То есть старые принципы, которые касались контроля и некоторых ресурсов, они уже не работают в настоящий момент. Это нас привело к таким дискуссиям и к таким правовым конфликтам, с которыми в настоящий момент мы сталкиваемся. И мне кажется, что большим вызовом и для этого цифрового суверенитета является то, каким образом мы будем рационализировать наш подход. Говорили мы о суверенитете с одной стороны, и этот вопрос, который был задан, был действительно предугадываем, потому что мы являемся частью и проблемы, и частью решения, потому что мы уже понимаем то, чем является суверенитет, чем является действительность в суверенитете. И мне кажется, что вероятнее всего ошибкой было бы сосредоточить внимание на самом понятии суверенитета. Мне кажется, что более мы должны перенести акцент в этой дискуссии на то, чтобы дать возможность развивать социально-экономическое развитие. Это наш общий ресурс. И таким образом, чтобы мы могли делиться знаниями. Еще один вопрос, о котором я скажу. Может, понятие нехватки ресурсов – это одна вещь, которая, может быть, не до конца принимается во внимание, если мы говорим о цифровой экономике, потому что обмен данных – это является тут, в принципе, фундаментом. Ограничения обмена также ограничивают потенциал в этой экономике. Но есть также и второй взгляд, то, о чем ты говорил. То есть территориальность суверенитета. И поэтому я спрашивал, является ли локализация данных должна иметь значение или, может быть, должна больше тут контролироваться, потому что она создает определенную ценность. И
действительно, это действительность на практике, если говорим о данных, такова, что, в принципе, нет значения, где эти данные находятся. Есть определенная взаимосвязь между ними, или это Microsoft, или другие компании во всем мире, или Amazon, или другие компании. Все те, кто пользуются данными, все провайдеры данных в облаке. В принципе, сейчас это не имеет значения, где находятся эти данные, если мы можем иметь к ним доступ. Это также порождает определенное решение, как управлять сетями, кто будет являться оператором этих данных, кто будет управлять и на основании каких правил, и как это будет взаимосвязано друг с другом. Поэтому это дает возможность реальный обмен данными, а также возникают дополнительные вещи, которые создают основные принципы и различия в управлении ресурсами. Потому что мы говорим о ресурсах, из которых мы можем черпать ценность, стоимость. Но эта стоимость и эта ценность постоянно растет, потому что если мы больше будем этим пользоваться и меняться, то входим в соответствующие корреляции и соотношения, и также систему обучения, и чем больше данных у нас есть, и чем больше данными большими мы располагаем, тем лучше мы получаем результаты во времени, например, искусственная интеллигенция, так или другие способы, которые создают нам другой способ мышления, чем те, которые были основаны на тех благах и ресурсах, которые были прежде. Если говорим о услугах, которые находятся в облаке, тогда мы думали, мы немножко по-другому думали, чем сейчас, и тогда мы сосредоточили свое внимание на тех зонах свободного обмена данных. То есть, прежде всего, мы говорили о том, что да, действительно, можем располагать этими данными, создавать зоны как платформа, так как в портах судна могут разгружать свои данные. Так, то есть мы перемещаемся, обмениваемся данными, даем друг другу доступ к этим данным. И в этой области, в этом объеме действительно мы так работали. В настоящий момент эта модель, эта работа совокуплялась на некоторых ресурсах, которые в настоящий момент не до конца являются достаточными. Мне кажется, что это является очень важным элементом. И то, что ты подчеркиваешь, это действительно сложность в менталитете и в ментальных рамках, касающихся товаров, перенесение их на то, что со структуральной точки зрения совершенно по-другому себя ведет. Есть ли последний вопрос к тебе в этой дискуссии? Когда мы готовились к этой встрече, мы напоминали о том, что является как бы фрагментацией Microsoft и то, чем пользуется Microsoft, то есть качество и защита частной жизни, как бы приватности, так индивидуальной сферы жизни. В настоящий момент, как это выглядит, да, это действительно является очень важным, и мы на это обращаем существенное внимание. Мы переходим от данных и активов, которыми располагаем для экономики, переходим к тем данным, которые являются важными для человека. Тут соотносимся с РОДА, распоряжением Европейского совета и парламента, и действительно говорим о индивидуальной жизни наших граждан. Когда это стало действительностью, Microsoft принял решение о том, чтобы и чтобы вступила в жизнь рода, то есть имплементация защиты персональных данных, касающихся всех, кто является клиентами Microsoft. Так, это действительно имело смысл. И в то время действительно Microsoft также в США акцентировал, что следует также сделать едиными федеральное положение законодательства в США, иметь общие рамки персонализации данных, потому что в США 50 разных штатов. В связи с этим наш взгляд таков, что защита индивидуальной жизни, а также персональных данных имеет абсолютно приоритетное значение во всем мире. Я хотела бы еще раз подчеркнуть эту тематику и также то, о чем мы говорим, то есть фрагментация, персонализация данных, это также связано с гармонизацией. И тут также защита персональных данных имеет огромное значение. Так как я сказала уже раньше, в разделе вопросов и ответов появился комментарий Майкла, который
которые соотносятся к тому, что суверенитет не является единственной тематикой или цифровой суверенитет не является единственной темой, которая порождает много дискуссий и вопросов и ответов вокруг этой концепции. Кроме этого, появляются комментарии, которые также можем одинаково понимать как цифровой суверенитет, который создается для общих корреляций, для общих соотношений в этой сфере. Каковы в связи с этим правила для услуг в облаке, которые доступны для разных поставщиков этих услуг? Я хотела бы также помнить о временных ограничениях и временных рамках, поэтому сейчас перейдем к Ацука Куда, который является представителем офиса IT по делам Азии. Он также ведет разные решения, вопросы и с разной точки зрения оценивает страны Европейского Союза. То есть мы не можем стоять только с одной стороны, но мы должны глобально рассматривать эту проблему. У меня есть вопрос. Как мы можем растолковывать в странах Азии, с какой точки зрения мы действительно принимаем либо во внимание точку зрения менее развитых государств, в частности небольших островов? Да, большое спасибо за этот фантастический вопрос. Очень хороший вопрос. Я считаю, что этот подход, в центре которого находится человек, должно быть обогащено доверием, потому что это очень важный элемент этой дискуссии. И я хотел бы также добавить то, о чем сказал раньше Поль в контексте значения деления данными, а также в контексте шансов и возможностей, которые таким образом создаются. В регионе Азии и Тихоокеане есть очень много населения, которое занимается также этими вопросами, и это одна из ключевых задач, которая перед нами стоит. Чтобы сосредоточить внимание именно на этой группе населения, потому что там живут огромные сообщества людей, которые имеют также доступ к интернету, и также у них есть и возможности, и знания, и доступ к интернету. И тогда, когда люди подключены к интернету, что они делают? Многие начинают применять social media, которые доступны в одно и то же время. То есть это открывает также много шансов и возможностей для торговли посредством интернета. Много компаний также вовлекаются в глобальные цепочки наших ценностей. В момент, когда наступает взаимосвязь, мы тогда видим и благо, и преимущества как для тех, кто занимается занятостью населения, но и для трудоустраиваемых. И теперь интернет и данные, которые предоставляются для населения, позволяют трансформировать жизнь человека, а также в действительности также влиять на эти регионы Азии и Тихоокеане. Это также включает в себя те страны, которые являются менее развитыми странами, замкнутыми странами, а также развивающимися странами. Я согласен с тем, что суверенитет является очень важной для правил и норм, которые с собой несет и которые совокупляет. Первый раз те, которые будут подключены к интернету, они знают, что их данные будут рассматриваться таким образом, который будет прозрачным, будут также делиться этими данными и будут генерировать эти данные. А теперь, возвращаясь к вопросу, который был задан в связи с динамикой, которая растет, развивается и странами Азии, и Тихоокеанского региона, мы также можем говорить о соответствующих соотношениях данных, которые они предоставляют. В связи с этим в рамках отдельных государств растет уровень осведомленности
Однако в настоящий момент нет еще широкого диспута, касающегося этого вопроса. Эта ситуация, в свою очередь, создает дополнительные трудности. То есть Тихоокеанский регион и азийские страны не до конца осведомлены и вовлечены до конца в международную дискуссию. Будем об этом в дальнейшем говорить и также будем затрагивать вопрос политического понимания и партиципации. Да, конечно, мы тут говорим также о политическом понимании и также о понимании, которое касается отдельной частной политики защиты персональных данных. Такая политика может быть внедрена, но также во многих странах она пока отсутствует. И поэтому сейчас задаем такой вопрос. Каким вызовом в настоящий момент будут некие вовлеченности? То есть мы помогаем государствам-членам в повышении уровня осведомленности в некоторых критических пунктах без подвержения социальных сфер экономическому воздействию. Поэтому само подключение к интернету является очень важным. Еще один аспект. Я считаю, что фундаментальным значением во всем этом диспуте является взгляд, касающийся доверия и прежде всего доверие к пользователям, а также безопасности в цифровом пространстве. И обращаемся к государствам-членам, если говорим о защите кибербезопасности, а также ребенка, который также вовлечен в сферу онлайн. Если говорим о вовлеченности, об опыте наших государств, будет также обеспечена соответствующие нормы, которые мы видим, связанные с оцифровкой. Да, действительно, это является очень важным, и одна из вещей, которая также находится на фоне всех этих событий, это локализация. Является ли это очень важной, эта задача, или, может быть, это дополнительная какая-то сопутствующая сфера? Есть же очень много стран, которые уже в настоящий момент имеют многие возможности в этой сфере. И говорим ли мы о таком развитии, в каком контексте, помогаем ли мы небольшим государствам или небольшим субъектам или небольшим компаниям, а может мы еще больше развиваем позицию этих компаний. Этот вопрос я хотела бы задать в этом контексте. В настоящий момент я приглашаю нашего собеседника из Африки. Я хотела бы, чтобы вы ответили на вопрос, который касается сложной ситуации в Африке, а также других государств, потому что, как говорим о подключении к интернету, также и о других вопросах и стандартах, а также нормах и положениях, касающихся в африканских странах в этой сфере. Потому что раньше мы уже об этом говорили, и также мы подчеркивали, то является ли суверенитет данных, является включена в сферу контроля, а также создание ценностей, касающихся защиты данных. И тут мы также имеем дело с оцифровкой. Я хотела сказать, что также вопрос о локализации данных. Это важный вопрос. Африканские государства хотят, чтобы выслушать их позиции, особенно когда появляется аргумент, который говорит о том, что африканские государства нет соответствующей инфраструктуры, чтобы поддержать центры Big Data, и что они не в состоянии пользоваться базами данных. И здесь необходимо думать про два аспекта. Во-первых, локализация данных используется правительствами. Правительства, которые относятся к контролю данных по политическим причинам. Есть тоже экономические аспекты. Мне кажется, что это понятно. И это связано развитием экономики, с реализацией соответствующей национальной политики, промышленной политики. Но здесь мы имеем отношение с вопросами суверенитета и легитимности, которая касается национального государства, имеем отношение с правилами и
ассоциация суверенного государства. Государства внутри, внутренне пытаются контролировать, да, чтобы контролировать граждан и потенциально, чтобы влиять на их права и свободы. И иногда мы наблюдаем конфликт интересов. Различные государства являются различные варианты этой проблемы. Если мы посмотрим на вопрос легитимизации, то мы видим, что данные — это очень важный актив, существенный актив, и у правительства есть обязанность максимально использовать этот потенциал. Мы говорим о различных проблемах экосистемы, мы говорим про силы, мы говорим про вопросы, такие как защита данных, как права граждан. Это все взаимообусловлено, взаимосвязано. Пол говорил о том, что данные фактически это благо. Но заодно нельзя забывать о том, что необходимо обращать внимание на то, как с ними обходится правительство. И правительство тоже затрагивает вопрос локализации. И мы чувствуем здесь некоторый недостаток чего-то. Эти данные должны быть глобальным публичным благом. Интернет, безопасность. Они сейчас поставляются частными поставщиками, которые контролируют. Очень часто это эффективные, хорошие поставки, но это не значит, что правительство должно отказаться от своих обязанностей по отношению к гражданам, что касается защиты этих данных. Конечно, локальная оптимизация очень важна. Некоторая концентрация данных позволяет предприятиям, например, не допускать соперников, конкурентов к своим данным. И тут мы переходим к требованию различных государств, чтобы оперировать глобально. Есть некоторые проблемы, которые невозможно решить на уровне национального государства. Невозможно закрыть границы и все. И что это будет всегда под контролем. Так что мы говорим о том, что необходима сверхнациональная система, которая позволит трансграничный трансфер данных, учитывая при этом защиту данных граждан. Ты, конечно, пользуешься некоторыми терминами, как сверхнациональность. Я думаю, что это спорный термин. Лучше можно говорить про транснациональный трансфер. Нет, я понимаю, я просто использую такой термин. Я хочу сказать, что просто государство не в состоянии самостоятельно всего контролировать. Да, я понимаю. Конечно, эти различные вопросы стоило бы задавать на отдельных заседаниях. А сейчас мы хотим обратить внимание на вопрос того, как мы строим ценности. Возникают вопросы такие, как экономическая ценность данных. Чем больше база, чем больше ее ценность. И сейчас я хочу обратиться к Алис, которая тоже могла выступить на эту тему. К этой теме мы, конечно, тоже вернемся. Алис. Ты занимаешься интернет-инженерией. И фундаментальная идея здесь такова, что эти протоколы, они присутствуют, что они должны позволять, эти протоколы должны улучшать взаимную коммуникацию. А что еще можно здесь сделать? Как не связано с концепцией устойчивости? Как это все, расскажи, взаимосвязано технически? Ты интересно задал этот вопрос. И ты попала в точку. Как построили интернет, это было связано с тем, чтобы развивать
взаимосвязи, чтобы перемещаться над границами. Здесь о том, чтобы больше людей, устройства объединить глобально, в глобальном масштабе. И это является ведущей идеей, когда мы развиваем технологии, когда технологии развиваются. Благодаря этому концепту мы можем подключать различные устройства. И мы не приспосабливаем наши проекты под правила какого-то конкретного государства. Какие цели мы еще осуществляем? Что касается суверенитета данных, что еще пересекает рамки этого технологического проекта? Мы работаем над эффективностью сети, над повышением эффективности каждого пользователя. Мы работаем над ускорением передачи данных, над повышением уровня секретности данных, над тем, чтобы облегчить конфигурацию программы. Мы работаем над автоматизацией, над всем, что позволит правильно эффективно управлять сетью. Инженеры, эксперты, все ставят ставку на эти моменты. Когда мы посмотрим на суверенитет данных, то, конечно, здесь мы натыкаемся на некоторые ограничения. Если у нас будут конечные пункты только в определенных локализациях, то тогда необходимо такой элемент, чтобы объединить различные пункты, которые еще далеко от конечного пункта. И здесь необходимо заниматься инфраструктурой, работать над шифровкой. Нужно ответить вопрос, где мы должны поместить такие ключи, должны быть они едиными, разделенными. Это все очень сложная система, которую мы пытаемся упрощать. Но это не меняется как способ проектирования сети. Это просто различные явления, которые происходят в мире, и невозможно к ним не отнестись. Есть вещи, которые просто нужно учитывать, брать во внимание, они просто часть реальности. Спасибо, Алис. Мне кажется, что вы упоминали такой важный элемент, который упоминался еще в нашей подготовительной встрече, подготовительном заседании. Вы говорили о различии между потенциалами различных субъектов. Как оптимизировать использование данных, вопрос их дупликации. И это вопросы, которые тоже, о которых нужно помнить. Алиса еще говорила о том, что у нас, как сказал Рудов, чтобы у нас не было только одного взгляда, или, как сказал Рудов, питая персональных данных, что нужно обеспечить безопасность, что нужно обеспечить доступ к определенным информациям. И это важные моменты, они тоже относятся к суверенитетам данным. Алиса говорила о том, что то, как мы будем поступать, это будет диктовать некоторые ограничения, это будет накладывать некоторые ограничения заодно на наши действия. К этому мы тоже вернемся, а сейчас я хочу закончить эту часть и перейти к следующей. Джон Мурай – это пионер интернета, это основа первых. Он один из первых, кто участвовал в правлении ICANN. И в этом заседании мы немного уходим от этой первой концепции глобальной инфраструктуры. Во время первой сессии форума, 15 лет тому назад, появлялись другие приоритеты по отношению к правительствам, к национальным государствам, говорили о том, как можем решать проблемы технических основ.
не знаю, правильно, я понимаю, что вы до этого говорили, мы все хорошо знаем, мы развиваем интернет. Мы развиваем интернет сознательно, мы развиваем сеть, которая нам нужно опомнить в контексте национальных государств, в контексте границ, государственных границ. Впервые в истории человечества мы создали глобальное пространство, именно интернет. Нам нужно помнить про цифровую информацию, про цифровые данные, про данные, которые приложаются в самых различных сферах. Если мы будем это помнить, мы будем генерировать те же данные, которые локализованы везде. Следующий аспект – это вопрос технологии шифровки, которая является лучшей защитой этих данных. Локализация данных тогда не является проблемой. Если у нас нет границ, национальных государств, можно вводить новое пространство. Появляется киберпространство. Следующим аспектом глобальной коммуникации, основанной на национальных государствах, это все было функционировало, это функционирует, но возник вопрос, как соотносится национальное пространство и глобальное пространство, которым является интернет. Поэтому в прошлом, когда мы задумывались над тем, что правительство, один из стейкхолдеров. Так мы смотрели на правительство, когда мы создавали ICON, а сейчас одним из стейкхолдеров является само правительство. За ним следуют операторы, обслуживание интернета, службы интернета и субъекты глобального пространства. И в результате огромных перемен, которые произошли, мы понимаем, что интернет для всех, Так что прошло 30 лет, и мы сейчас находимся в том пункте, когда мы понимаем, что это все вопрос для всего общего. И правительства сейчас опасаются интернет-пространства. Может, это все так получилось после угрозы 2001 года, после того, что произошло тогда в США. Но потом правительство начало думать еще о безопасности и экономических вопросах. Так что национальная безопасность и экономика – это две темы, которые являются очень важными задачами для правительства. И вопрос, как можно действовать, заодно затрагивая эти два аспекта. И от первого отношения правительства к интернету, потом переходим к второму. Мы видим различия между этими подходами, и мы видим, что любое национальное государство должно отвечать за безопасность, за доверие, за интернет-пространство, а заодно за данные, за транспарентность, единство данных. За это несет ответственность каждое правительство. В контексте международных отношений правительство тоже должно общаться на эту тему, обмениваться опытом, согласовывать действия. И это то, о чем я говорила.
изменение закона, изменение правил интернета в различных национальных государствах. Конечно, нужно работать на индивидуальном уровне, но не всегда забывать про отношения между правительствами. Большое спасибо, Джон. Я уверена, что все чувствуют то же самое, когда я должен ограничивать наши ответы, потому что действительно наши временные рамки очень нас ограничивают. Большое спасибо за комментарий. Таким образом, мы закрываем первый сегмент, касающийся защиты персональных данных, и теперь перейдем к второй нашей части. Поль. Можем ли мы сейчас провести голосование? Прошу, чтобы мы запустили голосование. И у меня будет еще один комментарий, касающийся дискуссии. Можем ли мы запустить голосование, как оно выглядело, как оно проводилось? Это было первое голосование, то есть опросник, а я хотела бы еще второе голосование провести. Там есть вопрос, что у нас достаточно много международного сотрудничества между разными представителями международной общественности для проведения переадресовки онлайн. Пожалуйста, 2 минуты на то, чтобы заполнить эту анкету, этот опросник. И в настоящий момент я хотела бы также посвятить время на прокомментирование комментариев, которые появились на нашем чате. А первый — это очень интересный комментарий, по-моему, касающийся концепции, что защита данных. Является ли защита персональных данных, является ли элементом тождественности человека, самоосведомленности? Я думаю, что швейцарские власти день или два тому назад также организовали похожую встречу. И еще один комментарий. Обращаю внимание на различия между разными типами данных, когда говорим о суверенитете данных. То часто говорим и чаще всего говорим о персональных данных и защите, но кроме того, есть также много других аспектов, которые связаны также с другими типами, промышленные данные. И последний комментарий, который я хотела бы представить во время чата, он связан с некими причинами, которые обращают внимание на то, что есть некие ограничения, которые вводят правительства, а также есть управление по контролю и регулировке, которые складируются, перерабатываются, хранятся, и можно было бы также в общественности этим пользоваться. Давайте посмотрим на наши результаты. Очередной раз мы видим свыше 70% с вас, которые убеждены в том, что у нас нет достаточно хорошего сотрудничества, международного сотрудничества, поэтому немножко меньше, чем тот уровень, о чем мы слышали уже прежде, но это очень четкий ответ, то есть ответ достаточного международного сотрудничества и координации между разными заинтересованными сторонами. И теперь я хотела бы перейти к очередной части нашей сессии и рассказать о том, что ведется много дискуссий о дезинформации. Есть много также других вызовов. Если говорим о безопасности в сети, также очень много нарушений. Но я хотела бы подчеркнуть парадокс, а именно количество или пропорция разного рода нарушающих защиту персональных данных информации составляет меньше, чем 0,1% среди вообще гигантского количества всех нарушений, которые происходят в сети одновременно. Однако, если говорим о количестве содержания, эти цифры действительно подавляют, потому что это миллионы постов в день, которые появляются только на одной платформе в год. Поэтому это некого рода
это парадокс, если говорим о, с одной стороны, о низком процентном соотношении, а с другой стороны, с абсолютными данными, которые мы видим ежегодно, и также вызовы, которые стоят перед нами, кто стоит и за этим всем, и к чему это приведет. Я теперь бы хотела бы передать право голоса Алисон, чтобы ответила на фундаментальный вопрос, каким образом предоставить соэкзистенцию миллионов или миллиардов людей на таких платформах, когда у людей разный подход даже к правовым системам, например, Африка, где очень много политических, этнических, религиозных различий, а также очень много несносок. Я хотела бы затронуть этот вопрос, есть ли вообще такая фундаментальная дискуссия об этом, а также ответ, а также агрессивные ответы или нарушающие индивидуальность, как это урегулировано на этих платформах, как положение в мире гармонизирует эти положения. Большое спасибо. Я считаю, и мне кажется, что это все сводится к фундаментальным, приводит изменениям, которые мы видим в коммуникации, глобализации, не коммуникации, но в настоящий момент мы не говорим уже только о регулировках, касающихся содержания, которые можно как-то согласовать на уровне национальных стран, если говорим о притязаниях, жалобах, но говорим также о положительных регулировках, касающихся применяемого языка или того, что как-то мы должны влиять на общественное пространство. То есть в настоящий момент мы сталкиваемся с тем, что в настоящий момент совершенно как бы сносит этот традиционный порядок и то, что является нормами для и основами для того, что является релятивным. Это то, что внедряются какие-то конвенции или другие положения на национальном уровне. На глобальном уровне это является достаточно проблематичным, потому что есть очень много идей, инициатив, и также Африканского союза или разного рода конвенций, касающихся защиты персональных данных. Это все, конечно, как бы сосуществует глобально. Конвенция также основана на договорах, но это также регулируется на национальном уровне. Это этот минимум. Мне кажется, что очень немногие страны, может, 5 на 12 стран могут быть подписчиками как бы этой конвенции. И эти правила не внедряются на национальном уровне, уже не говоря на международном уровне. Поэтому глобально это остается еще как бы в сфере согласования. Это документы, которые опираются на декларации прав человека, на правовом регулировании прав человека, и они не урегулированы еще во многих регионах мира. Конечно, оно зависит на цифровой дигитализации, на суверенитете, на свободном обмене данным, коммерческим обменом данных и услуг, но есть также и сферы, когда мы хотим контролировать или ограничивать некоторые права своих граждан, что приводит к тому, что управление такими глобальными платформами является очень сложным или затруднительным. И на региональном уровне гармонизировать эти положения является очень сложным, а тем более на международном уровне, потому что если говорим о контролировании континента или разных содержаний в облаке, это именно эти данные, которыми мы должны управлять на этническом уровне, на политическом уровне. Тут нет каких-либо нарушений или манипуляций этим содержанием, говоря о этих различиях. Мне кажется, что очень тяжело говорить о регионе Африки, потому что он является так разнообразным, и тут очень как бы сильные разные правовые акты и конституция, и разные другие правовые рамки, которые регулируют отношения и принципы, правила, касающиеся речи, ненависти или других юридических аспектов. Но глобальное сотрудничество, касающееся управления этими данными, является абсолютно ключевым для того, чтобы манифестировать
выступать и заявлять о том, что является важным на уровне нашего континента. Но думаю, что мы можем решить многие другие проблемы, которые выводятся из ключевых международных отношений. Мне кажется, то, что сейчас происходит на африканском континенте с правовой точки зрения, является очень хорошим толчком для создания рамок, которые позволяют также организовать или устранять некоторое содержание или регламентировать содержание для внедрения механизма защиты персональных данных. Большое спасибо. Извините, пожалуйста, что я так тороплю. Но мне кажется, что субъекты африканского континента, я говорю не только о правительствах, но также и о частном секторе, в соответствующей степени принимают участие в глобальном диспуте, в международных отношениях, если говорим о действиях международных платформ и цифровых услуг. Поэтому действительно ли решения, которые принимаются глобально, будут влиять на всех пользователей этих платформ везде в мире? Или это решения, которые принимаются только некоторыми субъектами, или другими словами, иными словами, будет ли участие африканских субъектов достаточным? Конечно, нет. Мне кажется, что мы проводили свои исследования, например, участие в регионе Африки, потому что мы тут находимся, или на других форумах, и не только представители Африки, не только не вовлекаются в разные переговоры. Важно является то, чтобы не разделять этого на e-commerce или только вопросы, связанные с обработкой данных. Потому что, например, если мы говорили о налогообложении, то мы бы решили многие проблемы, связанные с управлением на международном уровне. А некоторые вопросы остаются совершенно извне и не развивают тогда страны своей экономики. Даже наоборот. Поэтому надо наблюдать за ситуацией, надо сесть и также влиять на переговоры, и также бороться за свои интересы, а не только принимать конвенции, которые опираются на некоторых общих принципах или интересах. Мы должны бороться также за отображение своих собственных интересов в своих регионах. Опять это разделение, этот раздел, это музыка для моих ушей. Я очень ценю этот тренд, о котором ты сказала. У нас уже очень мало времени, поэтому в связи с этим я хотела бы передать слово Рудольфу. Действительно, несколько минут. Я очень прошу говорить кратко. Германия является пионером, если говорим о многих вопросах, связанных с моделированием содержания на разных международных платформах. Европа готовит свои правовые решения, касающиеся цифровых услуг. Мог ли бы ты рассказать о нескольких вопросах, как выглядят временные рамки, касающиеся правовых регулировок, а также директив, касающихся e-commerce, и на каком уровне принято во внимание различия, соответствующие несение ответственности субъектов, о которых мы говорим. Несколько слов, только прошу очень кратко. Большое спасибо, Бартрон. Я не знаю, видно ли меня, потому что я сам себя не вижу, но надеюсь, что меня слышно. Эти правовые решения в начале, когда мы планировали действия нашей президентуры, мы видели, что во время нашей президентуры мы будем заниматься тематами цифровых услуг. И предложение комиссии было представлено до конца года, поэтому думаю, что это уже не наше президентство будет финализировать это дело, если говорим о цифровых услугах. Мы должны, наверное, еще подождать 2-3 недели до того, как это предложение появится на столе и будет предоставлено для всеобщего диспута, потому что думаю, что также в Совете будет проведено соответствующее заседание в начале следующего года.
Это то, если говорим о самом вопросе, а если говорим о способе действий и немецких действий, то наше решение, наш подход немножко поменялся. Но хотим устранить речь ненависти и некоторые действия, которые мы признаем преступными. Мы наблюдаем за этим уже 3 года и думаю, что у нас есть хороший опыт в этой области. Прежде всего, то, чего мы опасались и то, что случилось, это сверхблокировка. Это не произошло. Мне кажется, что операторы платформ будут преувеличивать с внедрением этого законодательства, но мне кажется, это хорошее основание для того, что следовало бы также решить на европейском уровне, потому что, с одной стороны, качество должно быть подчеркнуто, и мы должны также обременить ответственностью платформы, потому что мы не можем только говорить о легисляции с одной стороны, но этого не внедрять и этого не делать, а с другой стороны, мы считаем, что решение, которые приняты у нас в Германии, являются балансированными. Так показывает наша эволюция наших правовых систем. И в настоящий момент мы видим уже оценку этой ситуации, мы видим, что это работает. То есть эти регулировки действительно работают. Нет времени, чтобы я более широко об этом рассказал, поэтому я не хочу говорить о новых обязательствах, о новых обременениях, которые мы накладываем на операторов сетей. Все опирается на существующем уголовном кодексе. Поэтому ничего нового, никаких новых элементов мы не вводили, мы не ввели, если говорим о действии этих платформ. Все опирается на актуальное законодательство. Большое спасибо, Рудольф. Мне кажется, что Синди – это такой совершенный пример того, как мы можем научиться внедрять такие положения в некоторых местах. Конечно, я осведомлена, что у нас очень мало времени, и наши временные рамки подживают, но я хотела бы также попросить Пола Митчелла, потому что я раньше хотела задать ему вопрос, касающийся географического диапазона, если говорим об этом контенте Microsoft. И обратить внимание на этого рода проблемы. Но в настоящий момент я хочу открыть дискуссию. Извините, пожалуйста, сразу извиняюсь, если это будет очень краткая дискуссия. Алексей Гославский. Он является представителем, будет связываться с нами из России, является представителем правительства. И я хотела бы спросить об одной вещи. О чем говорила Алисон? Решения, которые принимаются в одном измерении, могут иметь результаты и последствия в другом измерении. В частности, если мы имеем дело с одной страной, в которой есть страны, касающиеся персональных данных, эти последствия могут появиться, вытекающие из того, что какая-то страна не провела локализацию в соответствии с этим законодательством. В России, по крайней мере, это взыскание, например, так, эти юридические требования могут касаться каких-то там нарушений. Мог ли бы ты рассказать об обосновании локализационных прав данных и рассказать об ограничениях, связанных с доступом к содержанию, связанному с ограничением частной и индивидуальной жизни. Добрый вечер. Большое спасибо за ваш вопрос. Я хочу сказать несколько слов касательно того, что мы делаем в области доверия. Я прислушивался к вашей дискуссии, я выслушал все мнения, и я прежде всего хотел бы согласиться с тем, которые говорили, что доверие можно добиться только если мы будем
применять единый подход. Что касается блокировки сервисов или конкретных услуг в России, из того, что я знаю, то есть только один такой пример, LinkedIn, который был заблокирован в России на основе того, что процедуры управления данными были неправильные. В России есть правила, которые затачиваются прежде всего на локализации данных. Не действовал в соответствии с законом Российской Федерации, что касается правопорушений. Это была единственная причина, по которой LinkedIn закрыли в России. Что касается других случаев, то еще проходит спор с властями. Я хочу еще сказать несколько слов насчет доверия в России и что мы делаем в этой области. Начнем с поистине важнейших, если хочу о ровный доступ до данных, то есть то один из największych priorytetów rozwoju. Można do pewnego stopnia zaufania i jest to kwestia bardzo popularna w społeczeństwie. Do 2024 roku nie będzie dokumentów papierowych. Już połowa usług jest online i będziemy iść w tym kierunku. Państwo dokonuje Что касается инвестиций, то мы проделали серьезные инвестиции. Мы боролись с различными слухами, боролись с вопросом fake news. Мы организовали большую систему быстрого реагирования со стороны правительства. И поэтому мы сосредотачиваемся на непосредственном информировании. Мы тоже ставим ставку на транспарентность. Мое послание такое, что мы инвестируем очень много в... Мы
мы стараемся добиваться объединенного подхода к решению таких задач, стараемся вместе такие задачи решать, и стараемся создать единую платформу. И вот в этом может быть и решение. Простите, я, кажется, не ответил точно на ваш вопрос. Простите за эти помехи с переводом. У меня вопрос на тему. Мы говорили о различных перспективах, мы говорили о перспективах разных акторов, мы говорили о том, как разные группы могут подходить к различным задачам, что мы имеем дело с более универсальными проблемами или более конкретными. Здесь понятно, что нужно объединить действия различных действующих. Является ли цифровая политика принимается во внимание? Принимают ли технологические ограничения, а также связанные с другими ограничениями? И во время, когда государства будут могли высказаться на эту тему, проголосовать, я хотел бы попросить еще об ответе на краткий вопрос. Существуют различия или некие различия между дебатами, касающимися фрагментациями существующего интернета, и совершенно другой вопрос, касающийся концепции того, что вводит Huawei. Я знаю, что секретариат не может, как международная организация, занимать какую-то конкретную позицию, но как вы справляетесь с этим? Как в настоящий момент выглядит диспут? Потому что это очень поляризационный вопрос. Как разные страны относятся к этой тематике? И есть ли определенные опасности с точки зрения всей общественности, потому что я знаю, что вы не можете принять другой позиции, но это связано с другим голосованием или с недостаточностью сотрудничества, международного сотрудничества в этой области. Во время нашего диспута я консультировался с коллегами из центра, и это предложение нового IP, которое будет влиять на сети будущего. Это было предложено Huawei и China Mobile, группе, которая рапортировала в сентябре 2019 года.
некоторые действия, которые были приняты в отношении этого решения, привели к общему, единому мнению в IDU. У нас есть некое количество разных рабочих групп, исследовательских групп, которые задумываются над интерфейсом между политикой, инфраструктурой и интерфейсом. А эти группы, рабочая группа, касающаяся действий на будущее, также занималась этой тематикой. И общая тематика была опубликована, то есть это текущее состояние дел, суверенитет и локализация данных. Это не вопросы, которые связаны только исключительно со сферой IT, но есть разные исследовательские и рабочие группы, которые занимаются такими элементами более широкой тематики, например, стандартизация сети будущего и так далее. И тут я говорю о некотором уверенности в технологиях. Есть группа, рабочая группа, которая касается интеллигентных умных городов, но у нас нет времени, чтобы входить в подробности и касающихся выводов этих рабочих групп. Но есть некое пространство и международное пространство, где можно было бы обменяться опытом, своими взглядами в рамках IDU, и я хотела бы также пригласить всех участников, чтобы они присоединились к этой дискуссии и также согласовать некие международные нормы, которых не хватает, по нашему мнению, в настоящий момент. И теперь я передаю микрофон. Да, со всей уверенностью есть такая дискуссия, которую я не хотел забыть. И очень важно, что вы об этом думали и даже также наблюдали за этим. Элисон, могла ли бы ты кратко представить также свой комментарий в этой области, в частности, в связи с тем, что ты сказала, то, о чем ты сказала раньше, когда ведется международная дискуссия на тему IP, тебе напоминает это о некоторых вызовах, с которыми ты сталкиваешься, и вся общественность, которая конфронтируется с этими вызовами, то есть об изменении с 4-го протокола на 6-й протокол, и действительно ли эти изменения являются значимыми, и являются ли они необходимыми для внедрения и реализации. Да, конечно, я с радостью это прокомментирую. Слышите меня? Да, если меня слышите, да, я с радостью это прокомментирую. Понятно. Некоторые меня слышат, а некоторые меня не слышат. Наверное, меня не слышно. Может, я отключена? А Бертран тебя не слышит. Но странно. Все слышат, Алисон? Панелисты слышат, только Бертран тебя не слышит. Интересно, потому что некоторые тебя слышат, некоторые нет. То есть тут действительно произошла какая-то фрагментаризация. Бертран, ты меня не слышишь? То может таким образом... Я, может, тогда буду обращаться к тем, кто меня слышит, и будем возвращаясь к тематике IP, то действительно... Мы дальше не хотим наблюдать за дальнейшей фрагментаризацией. Как бы мы сталкиваемся с некой инфраструктурой, которая влечет единость интернета. Это глобальный домен и глобальная система. Для нас важным является то, чтобы уровень IP был гармонизирован для гармонизации данных, чтобы это соединение могли гибким, эластичным образом передавались в мире. Аргументы, мотивации, которые связаны с тем, что является корреляционным с IP, и то, что также подключило бы все инвестиции, все получения к сети IP. Это должно было бы действительно быть очень эффективным для обоснования. То есть такие инвестиции являются очень важными. Но когда посмотрим,
Я не вижу никаких проблем для того, чтобы мы к этому подключились. Есть много решений, которые были уже затронуты, если говорим о современных стандартах, технологиях и с нашей перспективы в связи с этим. Это необоснованная новая фрагментаризация, то, о чем мы раньше говорили. То есть у нас есть некий опыт, который мы получили. Наши усилия были предприняты для того, чтобы IP6 могло быть внедрено и было компатибильным с глобальными сетями. И это связано с фактическим IP6 и является также соотношением при сотрудничестве с новыми технологиями. Большое спасибо, Алиса. Действительно ли вы сейчас меня слышите? Потому что со всей вероятностью я являюсь тем, у кого есть проблема с получением аудиосвязи. И, наверное, в течение какого-то времени вы меня не слышали, поэтому... Но вы могли услышать Алисон. Я также ее слышал, и мы могли предоставить обоснование для инвестиций, а также переход из одной системы в другую. Я хотел бы не придерживаться некоторых правил. Я знаю, что есть лица, которые будут участвовать после нас в этой сессии. И я хотел бы извиниться перед всеми, кто до сих пор еще не имел возможности прокомментировать или ответить. Я хотел бы, чтобы те субъекты, которые участвовали, также посмотрели на последствия своих решений, также на взгляды других стран, а также на разные другие сегменты. Когда мы говорим о индивидуализации или о персонализации, если говорим об экономике, влияет ли это на безопасность, а также на права человека. И это все дополнительные аспекты, а также очень важные аспекты в контексте ответственного поведения посредством разных субъектов. И в подытоживание я хотела бы сказать, что я восхищен и очень благодарю также результатов, показания результатов нашего голосования. Это голосование было сделано до комментариев, но многие и большинство согласны с тем, если говорим о технической архитектуре интернета, так идея такова, что интерфейсы между сообществами, содружествами в области политики, экономики должны быть еще более усилены, потому что мы находимся в таком пространстве, когда все субъекты могут сотрудничать друг с другом. Я восхищен взглядами, которые также были предоставлены во время чата, поэтому я еще раз подчеркиваю, что мы будем стараться интегрироваться и также вовлекать других участников в нашу дискуссию. И в конце я хотела бы еще подчеркнуть две вещи. Так как это было уже раньше сказано, то есть оценка влияния, я не буду педантом, и наверняка многие из вас знают философию Эммануэля Канта, который говорил об категоризационном императиве, что обозначает, что когда есть этот императив, то... когда субъект правительства или какой-либо другой субъект рассматривает определенные действия, он старается также думать о вопросе. И я хотел бы, чтобы все участники также это использовали и применяли, потому что наверняка это хорошее действие, а с другой стороны, я хотел бы это сделать, потому что это дает преимущество и выгоду не только для меня, но также и для других. Поэтому, может, следовало бы над этим также подумать. А второе замечание, то я надеюсь, что эта сессия привела нас, как вы слышали, о суверенитете, о цифровке. И я надеюсь, что каким образом суверенитет осуществляется в цифровой эпохе. Это огромный вызов. У нас очень много концепций, идей,
которые также следует более детально и подробно проанализировать. Хорошо, что мы разговариваем об этом, потому что благодаря этому мы можем налаживать сотрудничество с разными субъектами. Иначе, если этого сотрудничества не будет, это будут односторонние действия, которые не принесут результата. А так предпринимаются действия, которые могут быть выгодными и для других субъектов. И в конце я хотел бы зацитировать также еще одно высказывание, потому что один из наших участников сказал так следующее. Управление разными рамками, правовыми рамками интернета является более сложным, чем создание этих рамок. И действительно, на одной из этих конференций, которые мы организовали в Париже, было такое высказывание. А вторая цитата Кофи Аннана с 2004 года, который сказал, создавая управление интернетом, мы должны быть так креативными, творческими, как те, которые создавали интернет. И последняя цитата из Алина Остран, лауреатки Нобелевской премии в области экономики. Эта цитата находилась в одной из залов конференции на тему глобальной политики, которая сказала, что основная цель политики должна поддерживать развитие учреждений, которые вытягивают из людей то, что является самым лучшим. И этими словами я хотела бы закончить нашу сегодняшнюю встречу, поблагодарить вас за участие и также поздравить всех участников с принятием участия в дискуссии. Большое спасибо технической команде, а также всем тем, кто организовал эту сессию. Я желаю всем хорошего дня и всего хорошего на очередных сессиях нашей встречи. Большое спасибо.